дороги. Все. Вот это стекло, помню, мой брат также разбил квартиру, мышку бросил. После этого мы его отправили. Далеко и надолго. Вот нашел, ребятки, вакуумчик. Не по 100, а по 60 лет. Нормально. Красы раньше там зайду, буду есть купить. Вот печально, но у них нет возможности оплаты картой. Поэтому все-таки куплю, а там как с курочкой повезет. Думаю, все огонь будет. Все огонь будет, так огонь. Да, да. Шаурма дороги. Покрушно, мы с дороги. Все там. Счастливый на заказ. Всего. С собой. Е-е. Ребят, кому сувенирные чашечки привезти, обещаю помыть. Как называется это? Сырка. Я только начинаю. Думаю, чё, там толкать, ничего, но... Ставлю ногу, она как бьёт на колено. Всё, смотрите, уборка. Удобно, мусоропровод какой-то подъезжал. Видимо, всё. Здесь один из самых дешевых вакуумов, очень много выбора. Турбо, по идее. Там от 70 и ниже. И выше. Но не по 100. Здесь в Амстердаме пахнет марихуаны, травой. О, в Стамбуле каштановый. Какими он прекрасными. Также хочу заметить, в Турции очень популярны вот такие вот блюдочки. Выпечка. Ой, ребят, как же я мог забыть вам рассказать про бракардистов? Бракардисты, бракарчики, или как я их сейчас придумал называть. Люди, турки, которые продают, ходят духи. Он хлеб понес с супчиком. Продают, толкают по одной, по две, по три. Очень дешево. Ароматы похожи, держатся минут 5-10 до покупки. Потом покупаете, и все пропадает. Ну чё, зато на подарки можно нормально взять. Я шучу. Хотя, можно. В принципе, пахнут нормально. Главное, чтобы не было вредно. Вот мы уже на Гранд-базаре. Сейчас еще 5-й выход. Gate 5. Надо только вытащить с ушей AirPods. Иначе их захотят забрать. У меня же, знаете, хотели забрать пауэрбэнк в счет бабок полурабочий. Окей, думаю, отдадим. Не знаю, что с моей гордостью, но если дебилы, ну хотя смысл обираться на дураков, которые посылают. Вообще, зачем делать себе только хуже? В этом и прикол, почему не стоит обижаться ни на кого и не проявлять принцип. Если вам что-то нравится, устраивает, то действуйте так, как вам нравится, как вы хотите. Сейчас будет перепалка взглядов и цену 300 будем выбирать. Все, ребятки, купил парочку. В итоге получилось. Хотели 450 баксов, он до 400 спустился, но в итоге у меня было только 250 лир, это где-то 50 баксов. Потом 240 долларов. Что у меня это было? 240 долларов. А, 240 долларов. И это уже получается 290. И 15 долларов с карты сняли. 310 в итоге получилось. Ой, я говорю, 15 баксов, но у меня реально там это 15-18. И он такой мне говорит, может 20 есть? Я говорю, да нет 20. Он такой, давай попробуем. Я говорю, пробуйте. Пробуют, реально нету бабок 20. Я говорю, даже говорил. Просто люди, которые наебывают. Извините меня за правду. Не прощайте, правда, всегда надо говорить. Которые наебывают, всегда такие недоверчивые к другим. Я сразу сказал, хорошо, что не было больше 20. В итоге получилось, да, 300. Возможно, они меня в итоге наебали. Я попросил визитку, он сказал, все, такой цены больше не будет, поэтому мне никому не говори. Я такой, окей, камон. В итоге 150 баксов сбил.
Лебай! Я же такой тоже еще прихожу. Он говорит, а что, появились деньги у сонера? Да не, говорит, та же ситуация. Так реально ничего не изменилось, я ничего не обманул. Думаю, что я пытаюсь его обмануть, но... Ну, хоть пауэрбэнк свой оставил, не вспомнил, я его не светил, поэтому... Остался при своем. Лебай! Еще под конец он такой мне руку пожал. Я ему сказал, больше не материться на клиентов. И он такой... Проявил много злости его. Я думал, что его опустил, но... Мне просто было выгодно купить и все. А он там уже как хочет. Итак, дополнительное включение. Ну как у меня бабок не было? Еще можно было найти баксы 50 на карточке приватной. Я вспомнил потом. Конечно, до прихода в магазин, но все равно главное. Нет. Они могут еще понадобиться. Про запас всегда должны быть деньги. Должны. На белый день. Сейчас буду пить турецкий кофе. В отеле. Сейчас скоро в аэропорт. Есть бутерброд, который собран с их же отеля. Парочка. Паркас. Теперь, ребят, внимание, вопрос, как меня со всем этим добром, рюкзак, пакет, еще один рюкзак. Пустят в ручную класть. Сейчас будем пробиваться по схеме своей. Ну да, сидеть. Мишки воротят. Ух. Скоро приду. Нормальная такая ситуация. Все едут направо. Тут один умник захотел наоборот. И второй, третий. Вот быки стоят. Никто не хочет назад. Вот. А, вообще водилы нету, короче. А в одном нету, во втором нету водилы. В третьем нету водилы. Короче, три пизда перекрыли дорогу. Там пинарит, пинарит. Вон, садится. Ребят, ем каштан. Напоминает, знаете что? Вот точно, как картошка в мундирах. Такой вкус. Блин, прикольно. Доволен, что попробовал. Огонь, огонь. Так, ребят, сейчас крутой вид покажу. Вот так всем площадь, тоже бусики наши стоят. Поедем. Что значит наши? Мои. Лёши нету. Отписался в инсте от меня. Плохо. Думаю, Лёша с такси вышел. Уже вообще, думаю, паренек исправился. Может быть, он еще успеет и на этом приехать. Посмотрим. В любом случае, нас ждет встреча в одном аэропорту. Кстати, самое прикольное. Сейчас приеду, надо с них начать. Вкуснее, чем шаурма просто. Думаю, как там рассчитываться, прикладывать. 8.80 будет вместо 18. Только штир. 8.80 будет, да. Это полтора всего лишь доллара. Место 3,5. Если в аэропорту ко мне пристанут и скажут, что что-то много вещей, скажу, то это друга. Я его потерял, не вижу нигде. Поэтому мы сказали, что если потеряемся, то в самолете. И все. Скажу, может быть в самолете, я не знаю. Может быть и нет. Поэтому ждать в смысле нет, давайте я занесу лучше и все.